новостройки в Германии. Система домов, которая называется частных, Reihenhaus. Это отдельный вход для одной семьи, но дома состыкованы вместе. С обратной стороны дома, как правило, небольшой земельный участок, может быть 5 на 10 метров, вот такой небольшой. Что хотел бы сказать о строительстве? Германия уже на протяжении более 50 лет взяла на вооружение строительство невысоких домов. От 2 максимум до 4 этажей. И в этих домах, как правило, не бывает лифта. Но принято считать в Германии, и это архитектурная мысль такая, что чем выше над уровнем земли, тем хуже здоровье человека. Так ли это, большой вопрос, но то, что в Германии строят именно 2-4-этажные дома, это факт. И скорость строительства вот такого плана домов, она очень быстрая. То есть менее чем за год, а точнее 10 месяцев, и дом полностью бывает готов. Причем внутренние отделки дома — обязательное явление в Германии. Обязательное. Дома не сдаются в черном отделочном виде. А именно сдаются они в полной чистовой отделке.